Доброе утро, в эфире программа «Дневной разворот», в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько, добрый день. Да, приветствуем вас. Ну, давай будем честными. Наша программа сегодня выходит в записи. Записываемся мы накануне, в воскресенье, 10 декабря. Вот уже сказали много комплиментов сегодняшней погоде. И будем, видимо, комплименты говорить нашим гостям. У наших гостей очень насыщенный график, да, и поэтому вот мы в записи сегодня. Совершенно верно. Давай сразу представим. Да. Анна Битова, руководитель Центра лечебной диагностики педагогики «Особое детство». Анна Львовна, добрый день. Здравствуйте. И Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогой добра». Лена, добрый день. Добрый. Добрый день. Ну, Лену хорошо знают наши слушатели, и «Дорогой добра» тоже хорошо знают наши слушатели. Теперь мы будем знакомиться с Центром лечебной педагогики. И с Анной Львовной близко и подробно. Надо только еще сказать, что здесь незримо присутствуют еще одни наши друзья и партнеры. Это компания «Нанолек», с подачи которой, собственно, сегодняшний эфир и состоялся на самом деле. Почему здесь еще «Нанолек» присутствует и каким образом правительство Кировской области здесь участвует, в течение этой программы мы расскажем. Верно? Да, да. Собственно, видимо, нужно выяснить, с чем связан приезд Анны Львовны, да, наверное, с этого начнем. Центр лечебной педагогики – это город Москва, один из, собственно, старейших, да, таких организаций. С 1989 года вы существуете, и, ну, вас все знают в стране. Я думаю, что за ее пределами. Теперь мы, да, будем узнавать. Да, теперь мы будем знать. А давай попросим Лену представить, да, нашу гостью. Центр лечебной педагогики для нас это, ну, такой родитель, наверное. Да? Мы большую часть того, что мы делаем здесь, в Кирове, в нашем центре, мы научились в ЦЛП. И огромное за это спасибо Ане Львовне и всем специалистам ЦЛП. Ну и кроме работы с детьми, Центр лечебной педагогики занимается реформой интернатных учреждений и детьми, которые находятся в интернатах. Угу. Особенные дети. Особенные дети, да. И вот Анна Львовна, наверное, лучше. Ну, наверное, громко сказать, что мы занимаемся реформой, мы участвуем, да, в реформе, входим в рабочую группу при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Я вхожу в совет попечителей в социальной сфере при Ольге Юрьевне Голодец. И это позволяет увидеть ситуацию, ну, более широко и позволяет помочь партнерам в регионах и организациям в регионах. Мне кажется, что Кировская область в этом отношении просто уникальна. Мы были тут летом, и, ну, нам многое встревожило, что-то мы рассказали, вместе с представителями были Министерства труда, рассказали, как видели бы мы, как это должно меняться, и сейчас приехали, и очень много поменялось. Я, честно говоря, не ожидала, что министерство и интернат с такой, ну, горячностью всем этим займется, и сейчас было очень приятно. И, конечно, очень важно, что у нас поддерживает также и бизнес-структуры в этих, ну, изменениях, и компания «Нанолек», она помогла организовать вот ту большую, ну, конференцию, практически семинар, который проходил в эти предыдущие дни в интернате. Приехали люди с разных концов области, и было почти 180 человек, больше даже, в два дня. Надо сразу сказать, какое министерство и какой интернат мы имеем в виду. Мы имеем в виду Мурыгинский интернат. Мы здесь неоднократно о нем говорили, даже сами участвовали, да, вот в жизни этого интерната, программой, проектом «Право на творчество». Мы знаем, какие там замечательные ребята есть, с великолепными действительно творческими способностями, талантами, внимательные педагоги, которые открыты, слава богу, для того, чтобы принимать информацию, которая приходит. И вот эти реформы, реформы никогда просто не проходят, понятное дело. И на что они сейчас направлены, давайте расскажем. Лена, давай, скажи, пожалуйста. Не стесняйтесь. Чего вы ввязались в эту историю, расскажи. Ну, вообще основная реформа заключается в том, чтобы научить, обучить, да, каким-то новым вещам людей, чтобы поменялось отношение к детям. То есть дать больше, нежели сейчас эти дети получают. Да, да, то есть в рамках такой концепции нормализации, да, когда любой человек, вне зависимости от того, где он живет, какие у него особенности, какие ограничения, он должен жить обычной нормальной жизнью. Давай вспомним, кто живет в Мурыгинском детском доме. Этот детский дом
В нем живут дети с ограниченными возможностями здоровья, с интеллектуальными нарушениями. И там есть отделение милосердия, в нем около 100 ребят, где дети с тяжелыми множественными нарушениями развития. И наша организация начала взаимодействие с интернатом год назад, и волонтеры наши ездят туда 2 раза в неделю, вот уже на протяжении года занимаются непосредственно, и гуляют с ребятами. Да. Да, я вот здесь как раз очень хорошо вставлю реплику Алены Кольцовой, которая представляет компанию «Нонолек». Она объясняет мне, сегодня утром больная тензилитом Алена прислала рано утром в 7 утра смс-ку, она беспокоится, потому что сама не могла быть. Почему «Нонолек» принял участие в этой истории? Это вот как раз оценила компания системную работу организации «Дорога добра». Она говорит, я прямо процитирую, потому что они решают, объясняет мне Алена, проблему особого детства системно. А мы, как компания, помогаем им это делать и вовлекаем постепенно своих сотрудников в волонтерскую деятельность, да, посредством легких мероприятий. Легких она в кавычках ставит. Понятно, что это все достаточно сложно, чтобы не отпугнуть вот эту вот историю, когда мы говорим о вовлечении большего количества людей. Это не должна быть тяжелой. Да, людям должно быть комфортно в этом, когда они помогают другим, неважно, с какими особенностями и проблемами людям. Вот. И она еще раз подчеркивает, мы, наверное, об этом тоже сегодня скажем, что волонтерство это важно, это следующий шаг, требует серьезной подготовки. И мы, компания «Нонолек», тоже готовы в этом людям помогать, давать информацию, организовывать консультации. То есть не только на своих сотрудников рассчитывают они, но и также на всех, кто этой идеей увлечется. И надо сказать, что еще одни ваши партнеры, Сбербанк местный, да. На прошлой неделе был у нас в гостях, и мы тоже говорили о системной работе, в данном случае уже помощи вашим детям, да, детям центра «Дорогу и добра», и там такая же корпоративная история. И нас это не может не радовать, потому что этого не было раньше. А сейчас мы это получаем. Так. Да, мы это очень ценим. Это прям очень такое подспорье для нашей работы, поддержка и финансовая, и моральная, и насколько люди вдохновлены этой идеей, этой работой. Почему, вот я сейчас хочу сразу у Анны Львовны спросить, Анна Львовна, почему важно привлекать не только специалистов, которые есть в нашей стране или в этом городе, а еще формировать каких-то там волонтеров? Ну, у всех у нас есть друзья, да, мы живем в открытом мире, мы можем пойти в гости, мы можем, там, не знаю, сходить на дискотеку, мы можем погулять на площадке. Дети в детском доме-интернате, очень особенно те, кто живут в отделении милосердия, они очень ограничены в контактах. Им очень нужны друзья, и это очень сильно меняет их мир. Мы знаем, что ради друга человек на многое может. Если даже этот человек будет приезжать раз в неделю, раз в 2 недели, все равно это будет контакт, который для ребенка может оказаться живительным, спасительным. И все, кто, конечно, хотят участвовать в помощи таким детям, они могут обращаться в «Дорогу добра», и в «Нонолек», и специалисты «Дорогу добра» помогут, расскажут предварительно, не бросят как, ну, котенка в воду. И это, конечно, и помогут найти контакт с таким ребенком, и вы будете в группе прекрасных людей. Мне очень нравятся волонтеры «Дорогу добра». Они такие молодцы. Заряженные. Сколько да. их? Ну, сейчас в базе волонтерской у нас уже больше 100 человек. В Мурыгино ездит 15 человек. В центре около 30 работают, а остальные привлекаются на большие мероприятия, когда нужно много народу, большая помощь. То есть у нас вообще очень дружная такая тусовка. Раз в месяц проходят для волонтеров тренинги. Вера Каратаева, которая у нас руководитель волонтеров, она постоянно устраивает какие-то активности. В общем, они очень дружно живут. А еще ведь пару лет назад, когда вы приходили сюда в студию, говорили, нам не хватает рук, голов самих не хватает. Кто бы мог представить тогда, что вот так все будет развиваться? Мы сейчас прервемся буквально на полминуты и снова вернемся в студию с Анной Битовой и Еленой Лянгузовой.
продолжается программа «Дневной разворот». Взаимодействие органов власти, бизнеса и общественных организаций в решении вопросов реформы домов-интернатов. Такое у нас сухое название сегодня официальное. А тема-то совсем такая. Нужно попросить пояснить все-таки. Да, ну, мы прекрасно понимаем, что гости нашей студии специалисты в своих сферах, но мы всегда вот все-таки предлагаем как-то говорить более простым языком, чтобы слушателям было понятно. Несколько раз уже прозвучало вот это слово «реформа». Да? А что не так-то? Что не так? Ну, у нас почему очень нужно менять? Сильно изменилась политика государства в направлении социально защищенных слоев населения. Она постепенно меняется, она только начала так сильно изменяться. Раньше эти дети считались необучаемыми. Их не учили. Их перспектива была продолжение жизни в интернете всю оставшуюся жизнь. Сейчас мы вслед за всем миром пытаемся повернуться и к этим людям тоже, и дать им шанс. Это такая возможность, во-первых, учиться, потому что так как сейчас в образовании вообще появилась инклюзия, то она должна касаться любого человека. Любой человек имеет возможность учиться. Да, кто-то не научится высшей математике, кто-то не научится математике вовсе, но он научится есть, он будет учиться одеваться, радоваться миру, узнает много всего для себя интересного и просто выйдет из своей палаты, откуда, может быть, вообще и не выходил. И это очень важный шаг, вот приход образования. И у вас он уже случился. И в этом году это такое, я просто могу поздравить только Кировскую область, что к детям пришли учителя. Замечательно. Первые дети поехали сами в школу. Это только началось, и это очень здорово. Конечно, интернату трудно, потому что это все организационно очень сложно. Но образование открыто и смогло все это организовать. Хочется еще больше. Хочется, чтобы больше детей ходило в школу. Хочется, чтобы... больше разных занятий могли получать дети, и больше разной информации. Это как бы одно основание. Вторая вещь, в чем состоит реформа, она состоит в том, что дети должны жить не в учреждении, они должны жить все-таки в новом форме учреждения, в учреждении семейного типа. И у нас общие детские дома уже перешли, да, на... Семейный тип, наверняка слушатели про это уже слышали. Угу. То есть дети живут в таких семейных группах с постоянными воспитателями, и они, приучаются хотя бы в подобии семьи жить так, чтобы им потом было легче выйти в окружающий мир. Для более тяжелых детей для начала это не было сделано. Сейчас мы начинаем двигаться в этом направлении. Появились воспитательницы в группах. Все-таки больше места и впереди, я думаю, как бы все-таки организация жизни по типу семейной, чтобы дети могли чувствовать, что кто-то их любит, какое-то дополнительное внимание. Это позволит им лучше расти и развиваться, и у части из них появится шанс выйти в открытую жизнь. В этом реформа. Реформа взрослых интернатных учреждений пока только планируется. Я вхожу в рабочую группу, и наши юристы тоже, которые занимаются планированием, реформированием взрослых интернатов. Это мы имеем в виду какие интернаты? Психоневрологические интернаты. Это огромная, конечно, задача, очень большая, системная. Наверное, она займет несколько лет, но очень здорово, что правительство повернулось к этому вопросу лицом, и мы очень надеемся, что будут изменения. Ну, то есть это вот дети, да, сейчас детские интернаты, да. Но это же, собственно, в будущем, если это не заниматься, вот это... Да. Те же самые психоневрологические переходят. Они все туда переходят, да. И мы надеемся, что будет возможность еще каких-то альтернативных форм проживания, что когда эти дети вырастут, пускай они не могут жить самостоятельно, им нужно сопровождение всю жизнь, часть из них, кто-то, может быть, и сможет, что будут такие формы сопровождаемого проживания. Сейчас по поручению Владимира Владимировича Путина мы вносим изменения в законодательство, касающиеся сопровождаемого проживания. То есть будут специализированные формы, когда человек может жить, например, дома, а его будут сопровождать так, чтобы он не был обязан идти в интернат, даже когда родители уже не могут за ним ухаживать. Или создание новой социальной службы. Да, реально создание новых форм социального обслуживания. Или, например, групповая форма. То есть, когда живет несколько человек, мы сейчас такую
Ну, у нас вот сейчас родители сняли квартиру, поселили туда трех взрослых девочек, и мы сопровождаем эту ситуацию. Помогаем им добраться до работы, до учебы. Они работают, учатся, да, соответственно. Да, досуг. Угу. Да, они инвалиды. Одна девочка с детским церебральным параличом, другая девочка с психическими нарушениями. Но все равно они должны жить нормальной жизнью, взрослой жизнью. Они взрослые люди. И для родителей уже... Ну, родители же не молодые, трудно держать их дома. Интернат не выход. Должна быть нормальная жизнь. С досугом, с возможностью пойти на концерт. То есть вот такие вещи очень важные. У вас в Кирове пока нет еще никаких сервисов для взрослых. Пока не будет сервисов для взрослых, жизнь семьи, имеющей ребенка с нарушением развития, будет всегда очень грустный. Вот ты сейчас делаешь максимально. Он ходит в школу, вы занимаетесь дополнительно, вы ходите в центр, вы ездите в летний лагерь. Жизнь такая же, как у других детей. Что будет, когда родители состарятся? Надо создавать альтернативы интернатам. Стационары, замещающие технологии. И всегда тут вопрос возникает, на какой основе действуют люди, социальные работники, которые или волонтеры они, или социальные работники, и государство выделяет в программе конкретные, там, извините за сухой язык, но все-таки ставки, там, да, какие-то там прописывает требования, лицензирует деятельность. Это как сейчас видится? Это будет деятельность НКО или это будет деятельность каких-то вновь создаваемых государственных служб? Ну, закон подразумевает равенство форм перед в исполнении. А жизнь что говорит? Что эффективнее? Ну, мне кажется, что важно, чтобы было разнообразие, чтобы у человека была возможность выбрать. Он пойдет в государственное учреждение, или он пойдет в частное, или он пойдет в некоммерческую организацию. Это то, чего хочется для наших детей, для наших родителей, чтобы они могли выбрать, где ребенок будет жить, когда они уже не смогут. А как сделать выбор? Предпосылки для того, для этого чтобы надо, выбрать, чтобы да? были эти формы, угу. и чтобы они были законодательно закреплены. Мы надеемся на то, что сейчас вот это законодательное изменение пройдет, и те ростки, которые есть по стране, в Пскове, есть квартиры сопровождаемого проживания в Владимире, Нижнем Новгороде, есть социальные деревни в Ленинградской области. Но это, тем не менее, вот я могу назвать все. То есть их, понятно, да, двух десятков не наберется. Еще это только-только начинается. Вот у нас в Москве тоже осенью откроется уже более массивно. Нам еще фонду Бероевых «Я есть» дали, выделили милосердие, выделили, город выделил квартиры. И родительская ассоциация тоже получит квартиры. Уже сейчас есть решение. И мы будем все-таки организовывать жизнь взрослых в открытом пространстве, в открытом социуме. Ну, конечно, нужно еще место для занятости. Давайте вернемся на нашу землю родную, да, Кировскую. У вас это пока мечта. Но, судя по тому, как двигается все в Кировской области, я чувствую, что она приближается, эта мечта, к реальности. Приблизится через несколько, даже если лет, это все равно будет успех. Давайте вернемся в Мурыгинский детский дом и в те мероприятия, которые вот сейчас проходили в течение трех дней здесь, в Кирове. Мы уже выяснили, что более 180 человек, да, со всей области съехались на семинары. Что вы давали этим людям, на что были направлены эти семинары? Ну, мы, в принципе, обсуждали, что такое нормализация жизни особого человека. Мне кажется, это было интересно, это было важно. Я была очень рада, что слушатели были вовлечены. Мы обсуждали, вот как лучше там жить. Человек должен, взрослый человек, он должен жить один в комнате или по двое, или по шесть. Есть, как сейчас проживают в психоневрологических интернатах. И хотели бы вы, чтобы ваш ребенок жил в шестером в одной комнате выросший. Да? Или, например, или в детском тоже живут по 7-8 человек в комнате. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок так жил? Нет, мы хотели бы по-другому. Надо к этому двигаться постепенно. Мы к этому придем. Реформа к этому ведет еще несколько лет, и дети все-таки должны жить в нормальных условиях. И что такое нормальные условия? Сколько должно быть душевых? Это очень интересный оказался вопрос. И я была очень рада, что аудитория была на нашей, ну, разделяла, я бы сказала, наше представление о нормальности. Это приятно. Вот. И потом мы обсуждали разные медицинские вопросы помощи детям. Потом обсуждали возможность, как можно пообщаться с человеком, который не может говорить. Это вообще, наверное, всем нужно. Мне вообще кажется, что про это надо отдельную передачу. Вот у вас есть хорошие, слушайте, специалисты, на самом деле, в том числе Елена. Как общаться с человеком, который
не может, как все, собственно, да, выразить словами. Да. Вот да. Если человек не слышит, будет сурдопереводчик. А если человек слышит, но не понимает речь или не может ею пользоваться, оказывается, современные технологии помогают нам с вами. Вот про это вам расскажет в следующий раз Лена с удовольствием. Да, альтернативная коммуникация, вообще наша любовь, и мы много про нее говорим. И говорите, и делайте в своем центре. И это тоже надо вводить уже в интернате, потому что там много детей, которые не могут пользоваться речью. Но они, тем не менее, имеют свои мечты, желания, потребности, и их надо выяснить. Да? А вот эти самые интерактивные коммуникации, о которых вы сейчас говорите, альтернативные коммуникации, о которых вы говорите, волонтеры, да, которые сейчас есть в центре, вы их обучаете этому, да? Да, они осваивают эти технологии. Как да, они реагируют, совсем недавно что происходит. Прошел тренинг по альтернативной коммуникации. Волонтеры участвовали очень активно и сейчас используют. Был тренинг по жестовой речи. Ну, надо сказать, что и в интернате начали использовать, да. Правда, еще не во всех отделениях, но это очень не все сотрудники. Очень приятно, что было, когда, видимо, обучение, кто-то из сотрудников интерната тоже был включен, и он начал тоже использовать. И неговорящий мальчик там показывал жестами, что он хочет там еще конфету. Мне очень понравилось, это классно. И приехали специалисты и из взрослых интернатов, и из центров реабилитации, и из домов ребенка ваших. То есть они тоже все это слушали. Я надеюсь, что они теперь тоже начнут двигаться в эту сторону. На местах у специалистов, которые долгие годы работают в рамках старой, так сказать, системы, да, сопровождения людей с особенностями развития, в чем основная проблема? С чем они сталкиваются? С какими трудностями внутреннего, может быть, даже порядка сталкиваются и внешнего? Лен? Что, может быть, препятствия какие-то, я не знаю, психологические препятствия, финансовые препятствия, материальная база не позволяет, или просто застарелое такое сознание, что вот надо вот так, а не иначе. Ну, тут, конечно, все, наверное, индивидуально, но есть какие-то общие закономерности. Есть вещи, которые было принято делать всегда. И если их было принято делать всегда, то появляется какая-то реформа. Это в любом месте, в любой области очень сложно, да, перестроиться, когда ты много лет делал одинаково. Например, кормила ребенка в постели, лежачего ребенка. Ну, это было нормально для интернатов, лежа кормили в постели. Да, и вдруг идет реформа, что нельзя человека кормить лежа. Это ведет за собой различные осложнения, что нужно. То есть физиология против этого. Да, и что кормление вообще сам. Прием пищи – это вообще такая семейная традиция, да, нужно всем вместе сесть за стол, а если ребенок не сидит, его можно усадить в специальное кресло, зафиксировать, да, и он тоже будет со всеми вместе за столом, расстелить салфетки, положить приборы и за одним столом покушать, как все в семье. У нас сейчас небольшая пауза будет рекламная, мы обязаны это сделать. Прервемся и скоро продолжим. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы здесь беседуем с двумя замечательными совершенно женщинами. Анной Битовой, руководителем Центра лечебной диагностики. Педагогики. Володь, я не исправила. Да. Ну, и диагностики, и педагогики. Анна Львовна Битова, Центр «Особое детство». И Елена Лянгузова, Центр «Дорогу и добра». Всем известны хорошо очень в нашей области, в нашем городе. Говорим сейчас об изменениях, которые уже происходят. Уже происходят в интернатном учреждениях, где живут люди с особенностями развития, не только дети, но и взрослые люди. И вот это, наверное, первый наш такой эфир, а мы очень часто встречаемся здесь с девочками из «Дорога и добра», первый эфир, где мы говорим о какой-то глобальной очень системной работе, которая распространяется там на всю страну, и говорим о реформе, которая практически под патронатом, как сказала Анна Львовна, Владимира Владимировича Путина происходит. Он дает там какие-то распоряжения, понимает, что происходит, потому что ситуация-то в принципе, особенно со взрослыми домами, интернатами страшные, потому что мы каждый месяц получаем тяжелые и трагические даже новости из таких интернатов. И вот вы не говорите об этом, а проблема-то существует, потому что когда мы обсуждаем, что и детям, и взрослым нужно индивидуальное проживание или семейное проживание, речь всегда идет о том, а где взять эти средства, где взять эти дома, квартиры, комнаты. Вот в Москве, вы говорите, Анна Львовна, вам муниципалитет, я так понимаю, выделил квартиру? Город.
город. Ну, муниципалитет, Москва. Да, город. Да, да. Москва. Мария. Да, в Кирове не хватает квартир социального жилья, просто даже для семей, которые там живут. Тем не менее, решать это нужно будет, но это, наверное, это вопрос, который вы тоже обсуждаете в вашей комиссии, или он как-то по-другому решается? Что у нас впереди? Нас будет строить подобное жилье? Ну, мне кажется, что могут быть очень много разных вариантов. Вот во Владимире родители скинулись и купили квартиру, в которой организуют это сопровождаемое проживание. А город выделил... Сколько родителей, простите? Ну, там квартира на 5 ребят. Ага. И, соответственно, они вот купили 5-комнатную квартиру и новую строящуюся вложились, а город оплачивает ставки сотрудников сопровождения. Да, и у ребят есть дневная занятость, то есть они не то, что они сидят в четырех стенах, ничем не заняты, они утром идут на работу, потом вечером они приходят, у них своя хорошая жизнь. Летом они вот приезжали к нам в лагерь, прекрасные ребята. Есть вариант, который мы обсуждаем сейчас, что, наверное, должно быть какое-то съемное, да, жилье. Вот смотрите, вот есть человек взрослый, у которого уже пожилые родители. Он не может жить самостоятельно, он недостаточно для этого здоров, ему нужна помощь. Когда что дальше делать? Можно отдать психоневрологический интернат. Наверное, это нежелательная ситуация для человека, который всю жизнь прожил дома. Почему он должен идти в психоневрологический интернат? Что мы можем сделать? Могло бы быть, например, какое-то такое временное жилье, да, где этого человека поучат жить самостоятельно, научат каким-то самым простым навыкам, которые ему будут нужны. И потом постепенно он сможет вернуться уже в свое жилье и там жить самостоятельно или с минимальной поддержкой. С поддержкой разрабатываем сейчас модель. Там поддержка каждый день 2 часа. Приходит социальный работник, помогает там что-то сделать. Поддержка раз в неделю 4 часа. То есть, будем пробовать, какие варианты еще Москва, например, накладывает особенности. Неспокойный город, небезопасный. Но, тем не менее, все равно задачи прям ставятся. Понятно, что человек должен уметь заварить себе чай, сделать себе кашку, сходить в магазин и так далее. Хорошо, вот этот человек в магазин сходить не может, не освоил счет, значит, к нему раз в неделю придет социальный работник, купит с ним вместе, сходит еду, и дальше он будет варить свою кашу из этой, крупы. Мне кажется, что очень важно сказать, что интернаты тоже должны начать меняться, и часть интернатов, в вашем этого еще не произошло, а в стране, в Псковской области, и в Москве, и в Питере, и во многих регионах, уже в интернате часть взрослых ребят, они начинают осваивать технологию этого проживания в квартире. То есть вместо этого проживания в общей палате, где живет много людей, внутри интерната делается такая тренировочная квартира, где ребята живут, осваивают. Но они же никогда не видят, как готовят еду. Это все готовится с закрытыми дверями на кухне. Они не видят, как стирают. Это стирается где-то. Их приходится этому всему учить. Желательно этому было бы учить не после 18, а где-нибудь там... Намного пораньше. Но хотя бы надо начать. И есть ребята в интернате, которых точно совершенно можно было бы выпустить в жизнь, но их для этого надо сначала научить этому. Кроме того, они не получили в свое время образование. Надо сейчас отдать 18-20 лет в школу, для того, чтобы люди получили диплом об образовании. Закон это позволяет. Это такая проблема. Тоже регионы мы обсудили достаточно открыто это на круглом столе, который происходил в пятницу. И, в принципе, мы поняли, что задачу образования услышала. Как оно будет решать, не знаю. Но это Министерство образования твердо говорит, что если человек не получил образование, это расходное обязательство государства, он должен его получить, если хочет, конечно. Общее среднее мы имеем в виду. Да, общее среднее. Mm-hmm. Пускай хоть 30, хоть 40 лет, он может сказать: вы меня никогда не учили, где мои деньги на образование, давайте. И на самом деле уже по стране есть в разных регионах опыт таких ребят, которые начали учиться. И это значит, что они смогут выйти из интерната в перспективе. И, в общем, это очень вдохновляет нас. У нас остается буквально 3 минуты до окончания эфира. Надо сказать, Володя начал эфир с того, что Центр лечебной педагогики был создан в Москве в 1989 году.
задолго до того, как все веяния такие европейские, угу, западные к нам пришли вот в этих вопросах. То есть вы действуете уже почти там 30 лет, да? Та ситуация, которая сейчас вот в стране, да, касаемо вопроса, круга вопросов, который мы обсуждаем, она глобально отличается значительно, или все-таки мы видим, что это такое эволюционное развитие, и мы, в общем, в тренде всех стран, все проходят, ну, эти этапы? Ключевым моментом была ратификация Конвенции о правах инвалидов несколько лет назад, и после этого мы действительно начали двигаться достаточно быстро, то есть и федеральные образовательные стандарты для детей с ОЗ, да, да, и новые постановления правительства о размещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, и концепция ранней помощи. Сейчас готовится концепция по паллиативным детям и взрослым, концепция по активному долголетию. И вот мы начали готовить концепцию жизнеустройства людей с психическими нарушениями, которая будет касаться, в общем-то, всех людей из этой категории от рождения и, ну, до конца, потому что нужно, чтобы люди жили достойно. Не должно быть людей, которые почему-то исключены. Международное право и наша Конституция нам... Говорят, ну, что все должны... И все-таки при том, что много права делается, но Россия в целом, она отстает в этом отношении все-таки от других стран? Ну, я бы сказала так, что стран в мире много. Разных. Если, ну, например... развитых, да, на которых, да, мы, да, обычно равняемся. Вот если, ну, если смотреть на развитые страны, mm-hmm, они начали реформу на 30-50 лет раньше, mm-hmm, и поэтому они, конечно, впереди. Но мы начали двигаться, это очень здорово. Ну, это понятно, да. И мы хорошо двигаемся. Есть на кого посмотреть, да, слава богу. Если вот мы говорили, например... Вот мне кажется, последним надо сказать, вот таким, да, для меня радостным прямо. Вот Лена говорит, что нельзя есть в кровати. И мы в прошлый раз это очень подробно обсудили. И мы приехали и увидели в милосердии, в самом тяжелом милосердии, что сделали столовую, что детей вывозят. Это и у нас. Кор... Да, в вашем Мурманском детском доме интернет. Это ключевая история, что человек, который вообще не выходил из кровати, его хотя бы 3 раза в день вынули и повезли в какую-то другую комнату. И там он ест. Это очень здорово. И это прямо возлагает... Меня очень вдохновило. А следующие шаги? Вот столовая. Еще один важный шаг, что у детей появились личные вещи. Год назад на меня смотрели с недоумением, зачем лежачим детям личные вещи. А сейчас что у них в шкафчике, расческа, там что-то в шкафчике есть своя полка, угу, которая подписана. Вот мы еще рекомендовали приклеить фотографию, чтобы они свою полку узнавали. И там лежат их личные вещи. Какие? Одежда. Какие? Одежда, аксессуары, там, да, необходимые каждому человеку, понятно. Ну, пока это, конечно, только одежда, но это уже тоже большой шаг вперед. Ну, мне кажется, следующий шаг – это летний отдых. Мы обсудили, что это возможно, и летом интернат начнет кого-то отправлять вывозить в лагерь. Вот, и мы это, на это очень надеемся. Следующий шаг – это все-таки, чтобы учителя школы и воспитатели проучились на работу с этими детьми, и приедет Псковский центр лечебной педагогики, который является федеральной государственной образовательной площадкой, ресурсный центр по детям с тяжелым множественным нарушением будет учить. Я надеюсь, это тоже продвинет ситуацию. Медицинские вопросы требуют еще дополнительного внимания. На сегодня недостаточно техники, но интернат сделал все нужные шаги. Они заказали коляски, и мы надеемся, что у каждого ребенка будет своя коляска, как положено. То есть там, конечно, какие-то революционные изменения. Интернату, угу, сложно, мы очень за них переживаем. Держитесь, товарищи. Ну, мы тоже будем вас поддерживать, и интернат, и вас, замечательных людей. И рады будем вас, да, слушать. И напомним, спасибо, еще раз все-таки, что всех, кого эта тема трогает, и кто хотел бы, может быть, попробовать как-то окунуться в эти вопросы, а может быть, необходимость в этом возникла, вы можете обращаться в центр «Дорогу и добра», сайт urardi.ru. Пожалуйста, если не найдете, звоните нам 211-101, угу, редакции. Мы будем, да, очень и, рады. Да, или в компанию «Нанолек», тоже на сайте есть контакты. Волонтерское движение, слава богу, набирает обороты и становится на цивилизованные рельсы. Спасибо, Анна Битова, руководитель центра лечебной педагогики, угу, «Особое детство». Была у нас в гостях Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Первый час разворота закончен. Всем хорошего дня. Всего доброго.